тебя нет тяжелой сумки, правда? Нет. Давай я тебя около сельского магазина оставлю, а ты поднимешься там. Давай. Ты погуляешь сюда. Да. Поднимешься туда наверх, и там твой дом. Я вот везла, вот там дорога такая паршивая. Где? Там поедем, если едут через сельский магазин туда, к тебе наверх. Там такая страшная дорога, ты видела? Нет, я не видела. Там нормально. Вот от сельского магазина наверх, к тебе. Там нормально смотрят. Я там ездила. Там а вот по проспекту не легче тебе? А я не так поеду. А тебе точно, тебе далеко. Нет, потому что далеко, я тебе говорю, как тебе лучше. А мне лучше тут. А не по проспекту ли тебе лучше? Там раз развернулась и поехала. Нет, если хочешь, если для тебя, я повернусь по проспекту. Где ближе было. А там я тебя наверху оставлю, да? Я не знаю, чтобы тебе, я могу здесь. Я забыла, что у тебя нога болит. Где? Я бы отсюда пешком пошла. Пешком отсюда ничего не будет. А ты куда едешь сейчас? Я не понимаю. Какая улица? Я не знаю, куда ты едешь. Табачку еду. Табачку? Да. А почему ты не едешь по проспекту? На таб... А, вот тебе проще здесь, да? Сейчас поеду, что? Жалко. Нет, я не то, что жалко, я не знаю, как проще. Мне кажется, вообще эта сельская дорога плохая, а там лучше. Ну, я не знаю. Не, не. Ты ездишь, ты лучше знаешь, чем я. Я знаю. Та дорога, я даже не хочу покупать о ней. Только если тебя на проспекте оставлю. Ну, мне кажется, тебе то же самое будет. Или с проспекта вниз, то вниз идти, или отсюда. То же самое. Сейчас я придумаю так. Сельского магазина тебя оставит, но тебе далеко будет. А я тебя оставлю около Гали, по той дороге, выйду к самолету. Знаешь? А где? А, Галя? Ну, да, да, да. О, это вообще. Так? Да. Так самое лучшее, я уже по-разному думала. Отсюда тебе далеко будет, а тут вот так, наверх дорога плохая. А вот так, если я пойду, тебе будет нормально. И как раз ты дома подойдешь. Я просто сразу забыла про эту дорогу. Сейчас помню. Что-то хорошее. Ты и вот... волки целые, и знаю я уже как. Ты там вот про эту говорил, что да? Плохая? Не-не-не, не про эту. Та, которая от сельского магазина наверх. Это хорошая. А я там не знаю, я там не хожу. Там давняя перечня какая-то. Я там даже пешком вот не это хожу. Хорошая. Вот тут а тебе как раз хожу, будет, да. Правда? Да. Я вот про эту тебе говорю, так ты мне напомнила, а я про нее забыла. Где, вот это? Вот, да, вот здесь. Вот это? Вот. Вот. Да. Здесь не поворачивай, ты ехай туда. Не, я поеду назад. Зачем? Сейчас. Зачем? Я же ты здесь не понимаешь, ты выходишь, да. А я делаю задним ходом и возвращаюсь назад. А, значит, ну, мне надо бежать. Плохая, я сюда не буду ехать. Я задним ходом поверну и выйду назад. На твой телефончик. А ну смотри, ничего не забыли. Все, три, все. Все на месте? Прости. Так, все. Это с водичкой. Лолита, я благодарю от души тебя. Прям я не могу... Ну тут недалеко ты уже. Нет, здесь да. Нормально. Да. С доставкой надо, так? Да. Нет слов для благодарности. Иди. Ладно, поможешь. Все. За меня, чтобы я была счастлива. Дай Бог, дай Бог, да.